Здравствуйте, это программа «Город С», и я Елена Чернявская. Квартира на этапе строительства, а тем более проекта, может стоить гораздо дешевле, чем готовое жилье. Будущие жильцы заранее оплачивают свои квадратные метры и таким образом вносят свою лепту в финансирование стройки. Это и называется долевым строительством. Сегодня самый распространенный вариант долевого строительства через счет эскроу. В этой схеме покупатель заключает трехсторонний договор со строительной компанией и банком. На время строительства банк хранит деньги будущих жильцов и одновременно выдает кредит застройщику. И вот как только дом сдан, люди получают свои квартиры, а банк передает их деньги застройщику, и он расплачивается по кредиту. Оставшиеся средства покупатель составляет и его прибыль. И вот как правильно и без рисков оформить недвижимость, расскажет моя сегодняшняя гостья. Ольга Евгеньевна Цветкова, заместитель начальника отдела долевого участия в строительстве управления Росреестра по Самарской области. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, тема заявлена. Сегодня давайте побеседуем. Актуальное. Спасибо, что пришли к нам в студию. Так вот, правила долевого участия в строительстве, да, вот как было уже сказано, они постоянно меняются. Расскажите, пожалуйста, вот, насколько сегодня активно развивается рынок долевого участия в строительстве в Самарской области? И самое главное, как сильно изменился вот как раз этот процесс регистрации? Но надо сказать о том, что до 2005 года договор долевого участия можно было вообще не регистрировать. Но когда появились риски и граждане стали по разным причинам вдруг оставаться и без денег, и без квартиры, законодатель разработал и принял в 2005 году федеральный закон о долевом участии в строительстве. И, естественно, закон претерпевал некоторые изменения. Сначала это было страхование ответственности. Затем появился фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства, который регулировал отношения между застройщиком и дольщиком. Но сегодня все новое строительство перешло на счета эскроу. Что да. это такое, как вы уже сказали? Угу. Что такое счет эскроу? Это счет в банке, на который покупатель кладет свои деньги, а продавец, в нашем случае это застройщик, может ими воспользоваться только после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Угу. И таким образом порядок вот такого расчета у нас абсолютно позволяет сегодня участнику долевого строительства без рисков при возможной варианте заморозки стройки остаться со своими деньгами. Он может снять с этого счета деньги свои в полном объеме. И вот такие изменения в законодательстве, конечно, появились с целью повышения гарантий, повышения качества, повышения защиты прав и законных интересов граждан. Но это касается финансовой стороны вопроса. А вот, кстати, скажите, пожалуйста, просто сразу возник вопрос. А влияет ли вот этот счет как раз на стоимость квартиры? То есть не повышается она, если деньги застройщик, по сути, не использует? Нет, стоимость квартиры, конечно, не повышается, если вы продолжаете оставаться участником долевого строительства. Конечно, эта сумма, она не будет меняться, она изначально прописана у вас в договоре, и возможно изменение по сумме сделки только при каких-то условиях, допустим, заключая дополнительное соглашение к основному договору долевого участия, где меняется площадь. В этом случае, конечно, по дополнительному соглашению вы можете поменять и сумму сделки. Ну, то есть, грубо говоря, зарезервировали однокомнатную квартиру, передумали двухкомнатную, трехкомнатную и так далее. В этом случае? Нет, я имею в виду, если в процессе строительства застройщик отошел от проекта, и так как участник долевого строительства платит за квадратные метры при строительстве объекта, возможно отхождение от нормы на 2-3 квадратных метра в стенах вот одной квартиры. И в этом случае, конечно, заключается дополнительное соглашение, прописывается, что застройщик отошел от нормы, увеличил площадь квартиры, соответственно, по сумме за квадратный метр участник долевого строительства должен будет доплатить какие-то деньги. Ольга Евгеньевна, скажите, а на что еще в договоре нужно обратить особое внимание, ну, чтобы подстраховаться элементарно даже? Ну, вы знаете, сегодня договор долевого участия очень, вернее, тип
договора, да, его все условия очень тщательно прописаны в законе, и мы с застройщиками ведем очень тесную работу. Да. По сути, все требования, которые мы предъявляем к таким документам, конечно, все застройщики выполняют 100%. Это и характеристики дома всего, которые заявлены в строительстве. Это характеристики конкретного объекта долевого строительства, то есть квартиры будущей. Это гарантии, это сроки ввода объекта в эксплуатацию, ну и, конечно, цена сделки. Вот в прошлом году застройщику законодатель как раз разрешил самостоятельно подавать документы в электронном виде о регистрации права. А вот насколько эта услуга стала популярна, ну и расскажите, насколько она удобна для граждан? Ну, вы знаете, для начала я хочу вернуться к первому вопросу и сказать, что порядок оформления документов, он тоже упростился. Так. И не только, как сейчас вы говорите, во время оформления права собственности на уже готовый объект, но и при оформлении документов на регистрацию самой сделки, договора долевого участия. Вот тут я хотела прям конкретно рассказать на конкретном примере. Пожалуйста. Допустим, вы потенциальный участник долевого строительства. Вы выбрали себе объект, выбрали застройщика, обратились к нему в офис, обсудили с ним все условия. И давайте рассмотрим с вами вариант приобретения, допустим, с использованием кредитных средств. У нас не только, я думаю, на территории Самарской области, но и также на территории всей Российской Федерации сегодня такие сделки очень часто встречаются с использованием кредитных средств. Вот конкретно этот мы порядок и рассмотрим. Итак, после того, как вы обсудили с застройщиком в его офисе все условия по договору, вы идете в банк за одобрением кредита, ипотеки. Получив это одобрение, вы возвращаетесь в офис застройщика, уже в письменном виде заключаете с ним договор долевого участия, подписываете и переходите к следующему шагу. Вам нужно обратиться в многофункциональные центры для того, чтобы сдать документы на государственную регистрацию. Вы приезжаете с представителем застройщика в МФЦ, берете талончик, садитесь, ожидаете своей очереди. Дождавшись очереди, вы подаете документы, специалист приема вам выдает квитанцию для оплаты государственные пошлины в размере 175 рублей. Так. Вы идете ее оплачивать. Либо ищете ближайший банк, либо банкомат. Хорошо, если в МФЦ есть касса, через которую можно оплатить государственную пошлину. Но с вас возьмут комиссию в размере 150 рублей. При государственной пошлине да, 175. Еще также в МФЦ установлены аппараты, через которые также можно оплатить государственную пошлину. Но этот аппарат не выдает сдачи. Ну, неважно, каким вот из этих способов вы оплатили государственную пошлину, вернулись к специалисту МФЦ, он выдает вам еще одну бумагу, опись, которая подтверждает, что ваши документы приняты в работу. И в назначенное время вы возвращаетесь в это же МФЦ, занимаете очередь, берете талончик и уже получаете после регистрации выписку о зарегистрированной сделке. Так было и пока что есть. Но я вас спешу обрадовать, появилась альтернатива. Сегодня в целом переход на электронные взаимодействия для каждого, мне кажется, гражданина уже стало нормой. Да. Мы уже привыкли к тому, что, нажав на любую кнопку в телефоне, мы можем получить и услугу, и получить какую-то информацию очень быстро. Это и госуслуги, и онлайн-банки, и даже электронные дневники школьников. И сегодня мы можем хранить в своем телефоне все документы. Так вот, Росреестр в целях упрощения процедуры оформления таких документов перешел на электронный документооборот. Рассмотрим ту же ситуацию, но уже сегодня. Вы выбрали объект долевого строительства, который хотите приобрести. В нашем случае вы едете в офис в кредитной организации, заключаете договор долевого участия с застройщиком в электронном виде, подписываете его электронно-цифровой подписью двух сторон, и участник, и застройщик.
оплачиваете в этих же стенах одного кабинета. Онлайн оплачиваете государственную пошлину в размере 175 рублей, оставляете электронную почту и уезжаете домой. Угу. Все остальное за вас сделают. И через какое-то время вы на свою электронную почту получаете результат регистрации, выписку о зарегистрированной сделке. Угу. Вот мне кажется, вот второй вариант гораздо быстрее и удобнее. И ваши документы попадают в Росреестр по защищенным каналам связи, что гарантирует некую безопасность. И мы вот сегодня, как я уже говорила, ведем очень тесную работу с застройщиками, с Министерством строительства Самарской области, с кредитными организациями по вопросу перехода на вот такой электронный формат документов. Ну, и для примера могу сказать, что, допустим, в январе к нам поступило 59% уже документов в электронном виде. Граждане уже активно пользуются. Да, совершенно верно. А в октябре этого же года уже 82%. Угу. Это, конечно, рост, вот эта тенденция вот этого роста говорит о том, что граждане начали доверять электронному документообороту и, наверное, стали понимать, что вот эти вот все изменения и упрощение вот этой всей процедуры оформления документов, конечно, сделано прежде всего во благо, да, и для граждан. Удобства. Да, вы очень так подробно все объяснили, но у нас есть как раз сюжет на эту тему, и, как вы совершенно верно сказали, оформить квартиру в собственном случае долевого участия можно теперь как раз в офисе застройщика и документы получить на следующий день по электронной почте, причем при оплате на сайте Росреестра предусмотрена скидка на госпошлину. Давайте подробности узнаем в сюжете моей коллеги Виктории Шарой. Надежда Ильмушкина рассказывает, квартиру выбирала целый год. В итоге остановилась на двушке площадью 58 квадратных метров с окнами на две стороны и раздельным санузлом. Говорит, Новый год будет встречать в новом доме. Приобрела квартиру в новостройке, долго думала, вторичку или новостройку, и была удивлена, что очень удобно сейчас проходят сделки в новостройках. Не надо самой ходить в МФЦ, то есть все пришло одним днем, тебе подписали договор и зарегистрировали. При заключении бумажного договора покупатель квартиры должен идти в МФЦ, отстаивать очереди на подачу документов, а спустя некоторое время снова сидеть в очередях, уже для получения бумаг на право собственности. Теперь для удобства жителей Министерство строительства Самарской области, Управление Росреестра и застройщики организовали новую форму работы. Покупатель заключает электронный договор долевого участия в офисе застройщика, либо в случае ипотеки в офисе кредитной организации, оплачивает пошлину и отправляется домой. А на следующий день получает по электронной почте выписку о зарегистрированной сделке. Причем при личном обращении в МФЦ пошлина стоит 2000 рублей. А при подаче электронных документов и оплате пошлины на сайте Росреестра покупателю предоставляют скидку в размере 30%. В итоге он платит 1400 рублей. Застройщик, сидя у себя в офисе, подает через портал Росреестра, оплачивает госпошлину 1400, акт приема передачи и по результату выписку о зарегистрированном праве собственности он передает через электронную почту на почту участнику долевого строительства. Каждые такие документы в электронном виде мы очень тщательно просматриваем. Наши застройщики знают все требования, которые нас интересуют к подаче такого рода документов. Поэтому данная категория дел у нас проходит без приостановлений. Подача документов в Росреестр в электронном виде становится все популярнее. В Приволжском федеральном округе по количеству таких заявлений Самарская область находится на втором месте, а по России входит в топ-10. Но до заключения сделки с застройщиком сотрудники Росреестра рекомендуют убедиться в его надежности. Проверить это можно на открытой платформе ЕИС-ЖС. Это единая информационная система жилищного строительства. Там можно посмотреть историю застройщика, уточнить, были ли у него проблемные объекты, а также увидеть всю проектную документацию и то, как будет выглядеть будущий дом. Какие документы еще необходимо принести застройщику для регистрации договора долевого участия и как раз вот для регистрации права? Угу. Но я хочу прежде всего прокомментировать вот этот видеоролик. И хочу сказать, что давайте, наверное, с вами вернемся к вопросу о регистрации права собственности, какие сегодня законодатель дает возможности застройщику в оформлении таких документов. И как раз эта тема будет соприкасаться с нашим роликом. Итак, опять же, рассмотрим две ситуации, до и после.
Первая ситуация. После завершения строительства вы приходите в офис застройщика принимать объекты долевого строительства уже в завершенном строительстве объекта, да, готовом виде. Итак, вас все устроило, вы подписываете акт приема-передачи, забираете его и проходите ту же процедуру. Едете в МФЦ, подаете документы, акт приема-передачи, договор долевого участия, оплачиваете государственную пошлину в размере 2000 рублей. Точно так же через какое-то определенное время вы возвращаетесь, также берете талончик и получаете выписку о зарегистрированном праве. Второй вариант как раз вот сегодня, как законодатель дал возможность застройщику без участия дольщика подавать такие документы, сидя в офисе. Вы приезжаете в офис к застройщику подписывать акт приема-передачи. Подписали, оплатили государственную пошлину в размере 1400. Это как раз скидка 30%, если застройщик пользуется порталом Росреестра, то есть передает в электронном виде документы через портал Росреестра. А какой процент застройщиками пользования сайтом Росреестра? Ну, тут я могу похвастаться и поблагодарить наших застройщиков, потому что в Приволжском федеральном округе мы сегодня занимаем второе место по количеству таких представленных документов через портал Росреестра, а по России девятое место. То есть хорошая цифра, да? Очень хорошая цифра, конечно. Так вот, 1400 оплачивает бывший участник долевого строительства, оплачивает государственную пошлину, оставляет также адрес электронной почты и едет домой. И получает результат уже в виде выписки о зарегистрированном праве на свою электронную почту. Упростить. И хранить тоже там можно, да? Ну, или по желанию все-таки в бумажном виде получить эту выписку тоже можно, да? Ну, надо сказать, что на сегодняшний день у нас работает мы работаем с документами и представленные через МФЦ пока еще на бумаге, и также в электронном виде. Как вы хотите хранить эти документы, это уже на ваше усмотрение, для вашего удобства. Как еще можно подать документы на регистрацию долевки? И вот все-таки еще какие в этом случае нужно предоставлять документы? Ну, по предоставлению пакета документов, допустим, на регистрацию договора долевого участия, он в этой части не изменился, пакет документов. Это договор долевого участия, это оплаченная государственная пошлина, это согласие супруга, если оно необходимо. Кстати. А вот при регистрации права собственности здесь пакет документов у нас изменился. Расскажите. Если раньше, когда участник долевого строительства подписывал акт приема-передачи и должен был идти в МФЦ подавать свои документы, помимо двух экземпляров акта приема-передачи, он должен был предоставить правоустанавливающий документ в виде договора долевого участия. И если во время строительства случились какие-то изменения, и вы заключаете застройщикам дополнительные соглашения, которые также подлежат регистрации, еще вы должны принести к этому пакету документов и дополнительные соглашения, зарегистрированные нашим органом. Сегодня, как я уже сказала, если застройщик подает документы в электронном виде, нам достаточно одного акта приема-передачи, переведенного в электронный формат, подписанный электронно-цифровой подписью только застройщика и государственной пошлины в размере 1400. То есть сократился пакет документов именно при подаче на регистрацию права собственности. Вот вы сказали, кстати, про супругов. А обязательно предоставлять это согласие либо супруга, либо супруги? И каких последствий стоит ожидать, если не предоставить? Можно ли им донести? Как? Ну, я хочу сказать, что отсутствие согласия третьих лиц, в нашем случае отсутствие согласия супруга, сегодня уже не является причиной для приостановления. Раньше это действительно было основанием для приостановления регистрационных действий, и заявитель предоставлял нам согласие нотариальное супруга. Сегодня эти требования ушли, но если регистратор, принимающий решение, обладает информацией о том, что вы находитесь в данный момент в браке, мы обязаны внести сведения
в наш реестр вашу запись о сделке, о том, что на момент регистрации этого согласия не было представлено. Это раньше назывался договор поручительства, правильно? Нет, это разные вещи. Просто сегодня наша программа вот в ГИС ЕГРН, она подразумевает заполнение неких граф, в том числе, вот, которые заполняются при отсутствии согласия. Мы просто описываем ситуацию, что на момент завершения сделки вами не представлено согласие вашей супруги, и эта информация выходит в выписке. То есть, если у вас есть это согласие, конечно, лучше его приобщить. То есть ваша рекомендация все-таки приносить? Конечно, потому что вот эта информация... А в дальнейшем это для чего? Я вот хотела как раз к этому перейти. Так как эта информация выходит в выписке о зарегистрированной сделке, если вы захотите впоследствии продать право требований на вот этот строящийся объект, допустим, через договор уступки, то, конечно, ваш потенциальный покупатель, увидев это ограничение, скажем так, в виде вот отсутствия согласия супруга, может задуматься и скажет, почему, допустим, вы не предоставили, а может быть, у вас какие-то с супругой или с супругом какие-то недоговоренности, я вот сейчас куплю, затем будут какие-то судебные разбирательства. Конечно. И, конечно, для того, чтобы вот обезопасить себя и будущие свои сделки, конечно, лучше сразу предоставить нам это согласие. Но это, конечно, только в том случае, если вы действительно находитесь в браке. Если вы на момент заключения сделки в браке не находитесь, то у нас все застройщики знают о том, что мы принимаем такой документ в обычной простой форме, заявление о том, что на момент заключения я в браке не состою. Ну, или еще один вариант – заключайте договор долевого участия вместе со своими супругами. Да? В этом случае, конечно, мы никаких согласий не будем от вас требовать. Но вот все-таки, продолжая сравнивать бумажный вариант и электронный, все-таки предпочтение сейчас, как вы сказали, отдают граждане электронному виду оформления документов. Ну, а вот преимущество бумажного все-таки есть? Ну, вы знаете, я, так как мы сейчас все поглощены вот этой цифровой трансформацией, лично я не вижу в этом каких-то преимуществ. Конечно, Сложности, может быть, юридические? Но ведь не только молодежь у нас продвинутая, современная, покупает квартиры, но и люди пожилого возраста. А разобраться одинаково, как в бумажном, так и в электронном виде, сложности в оформлении, в понятии, могут возникнуть. Если мы сегодня говорим именно о долевом участии в строительстве, то для этого существуют наши семинары, обучающие именно и с застройщиками, и с кредитными организациями, именно для того, чтобы они взяли на себя ответственность, миссию, и эту миссию для того, чтобы донести до участника долевого строительства, объяснить ему все прелести подачи в электронном виде. Я думаю, в этом случае, конечно, граждане должны доверять электронному документообороту. Давайте поговорим о застройщиках. Вот какие новые требования к ним сегодня предъявляет законодатель? Ну, с 23-го года сегодня у нас лежит на рассмотрении изменение в законопроект, что с 23-го года застройщик будет обязан в 100% случаях подавать такие документы только в электронном виде. Впрочем, это будет касаться не только застройщиков, но и всех юридических лиц, но чуть позже, с 1 января 2024 года. То есть таким образом мы сегодня уже готовим наших застройщиков к мягкому переходу на электронное взаимодействие, чтобы потом, если закон будет принят в 2023 году, вы уже безболезненно, без дерганий перешли на этот электронный документооборот. Это будет в прошлом. То есть все застройщики и все юридические лица, конечно, должны готовиться к тому, что рано или поздно мы все перейдем на электронное взаимодействие. Ольга Евгеньевна, а вот как проверить, насколько добросовестный застройщик, есть ли какие-то информационные ресурсы, где можно проверить и рейтинг в том числе, и обязательно ли все-таки вот ваш совет здесь нанимать юриста, или можно где-то самому эту информацию узнать и посмотреть? Ну, вы знаете, сегодня приобретение недвижимости, неважно, участие ли это в долевом строительстве или покупка вторичного жилья. Конечно, настолько редкая процедура в нашей жизни. Это может быть один раз, два, ну, максимум три раза. Поэтому, конечно, это всегда очень
очень волнительное событие. Конечно. Поэтому с финансовой стороны, как я уже рассказала в начале передачи, законодатель предусмотрел счет эскроу, которым можно воспользоваться. С нашей стороны это упрощение оформления документов. А в выборе строительства, в выборе своего застройщика, я думаю, здесь как раз должен позаботиться сам участник долевого строительства. И для этого существует очень хороший сайт. На рынке же очень много застройщиков. Вот, и поэтому существует сайт, который называется EISGS, Единая информационная система жилищного строительства. Это такая система, которая осуществляет сбор, хранение информации, которая касается жилищного строительства на территории всей Российской Федерации. Этот сайт ведет Министерство строительства Российской Федерации. И, конечно, там всегда содержится самая достоверная информация. На этом сайте вы можете посмотреть всю историю своего застройщика, которую вы выбрали. Вы можете посмотреть, какие у него были стройки, были ли проблемные стройки, какие у него продажи, рейтинги, о которых вы уже сказали. Можно посмотреть всю проектную, разрешительную документацию и также увидеть на картинке, как будет выглядеть ваш дом после окончания строительства. Поэтому я всем очень рекомендую для того, чтобы себя обезопасить, конечно, ознакомиться с этим сайтом и выбрать добросовестного застройщика самостоятельно. Скажите мне, пожалуйста, вот чисто ваше субъективное мнение, но ведь никто не застрахован. Я вот хочу о чем сказать. Все-таки выбор застройщика – это личная зона ответственности каждого гражданина. Да, есть сайты, рейтинги, работал порядочно 10-15 лет и в один прекрасный момент банкрот. От этого никто не застрахован, разные жизненные ситуации бывают. Так вот, все-таки нет гарантии того, что сегодня застройщик порядочный, добросовестный, завтра нет. Конечно, конечно, опасения есть, но для этого и существует счет эскроу, который позволит в случаях каких-то возникновения проблем со строительством просто забрать деньги в полном объеме. Здесь, то есть недобросовестный застройщик даже не будет ввязываться в эту историю, вы это хотите сказать? Конечно, да, в том числе. Ну, я не вижу просто смысла ему ввязываться в это, да, когда участник долевого строительства может в любой момент забрать свои деньги и просто прекратить все отношения. Ну что же, время наше подходит к концу. Я хочу предоставить вам заключительное слово. На что в первую очередь, и подводя итог нашему разговору, нужно обратить внимание, если вот-вот семья приняла решение стать участником долевого строительства, пожалуйста. Ну, я хочу, во-первых, конечно, посоветовать этой семье прежде всего посетить сайт EISGS, найти добросовестного застройщика, обратиться к нему с просьбой подачи документов именно в электронном виде, чтобы обезопасить себя. Ну и нужно просто понять, что то время, которое вы сегодня проводите в очередях, или, передвигаясь из одного офиса в другой, вы можете провести со своими родными и близкими. С большей пользой. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город ТЭС». Всего хорошего. До свидания.